Всем привет, с вами гости по Аркаде. Сегодня расскажу вам, как избавиться от проблемы, которая мешает нам поиграть в батлу. И сообщает нам, что необходимо приобрести обновление, хотя в целом мы имеем премиум аккаунт. Решение довольно простое. Нам нужно открыть Origin и приобрести DLC как бы еще раз. Это абсолютно бесплатно и занимает не так уж много времени. Если, конечно, у вас не Ростелеком. Если вы не знаете, как это сделать, я все наглядно показал вам в этом ролике. Все вопросы оставляйте под видео, я буду рад вам помочь. Если автоапдейтер не установил ранее обновление, то нужно немножко подождать. В целом, после этой процедуры все должно заработать. Я надеюсь, я вам помог. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.